Фитнес-вечеринка 2020 собрала несколько сотен любителей спорта, танцев и здорового образа жизни. Все они взрослые люди, которые нашли время для себя в череде ежедневных хлопот, не пожалели на свое увлечение времени и лишь выиграли от этого. Танец вообще мне дарит крылья. Если бы вы хотя бы раз видели, как я иду с тренировок домой, или когда вот у нас итоговое выступление происходит. Вот. И вот после вот таких мероприятий очень много эмоций, энергетический подъем. Все очень здорово. Эта фитнес-вечеринка стала 11-й по счету. Более 10 лет мероприятие проходит в формате танцевального фестиваля для взрослых команд. Отличительная черта нашей вечеринки в том, что здесь танцевальное шоу мы показываем из клиентов клубов и студий взрослых людей именно. И особенностью, наверное, этого года то, что несколько номеров у нас будут показывать пенсионеры. Это будет и восточный танец, это будет и флешмоб такой. Они очень активно тоже пришли в наши ряды и уже готовы показать себя со сцены. На фитнес-вечеринке не нужно быть быстрее, выше, сильнее. Главное здесь быть счастливым и здоровым. Мы любим, когда в спорте побеждает дружба. И здесь мы... Это просто праздник большой, один большой праздник дружбы. И нет никакого соревновательного момента. Темой спорта на фитнес-вечеринке пропитывается все, даже модный показ. Дизайнер Рита Гумерова уверена, без спорта нынче никуда. Существовать, наверное, может. А жить... Думаю, нет. Хочешь жить хорошо, хочешь жить здоровым, активным человеком. Ну как, без спорта, мне кажется, это уже модно жить со спортом. Каждый из участников спортивной вечеринки получил подарки от спонсоров проекта. Их оказалось немало, ведь тему здорового образа жизни сегодня поддерживает все больше активных горожан. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа «Время новостей».